Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, а также отмечается туман и гололед. Днем будет без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-7 градусов. Днем потеплеет до +7. В горах ночью 12-17 мороза, днем -3-2 градуса. На дорогах местами гололедица. В Черкесске ночью небольшие осадки, это мокрый снег. Днем без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Махачкале прошел окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. От Карачаева-Черкесии участвовало 3 коллектива, прошедшие отбор на региональном этапе. Все они стали лауреатами 2-й и 3-й степени. И среди них коллективы из станицы Зеленчукской «Казачья воля». И сегодня гости нашей программы, солистки «Казачьей воли» Яна Федосенкова и Валентина Барташова, с ними встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем, доброе утро, девочки, доброе утро, Яна, доброе утро, Валя. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам издалека, из Зеленчука. Это, как говорится, не совсем рядом, но тем не менее вы в столь ранний час нашли время и приехали. А поводом стало то, что вы стали лауреатами, значит, Всероссийского хорового фестиваля. И вышли в финал, насколько я понимаю. Мне бы хотелось узнать, что вы исполняли? Ну, мы исполняли историческую казачью песню акапельно. Песня называется «Прощай, станица». Очень сложная вещь. Мы долго ее репетировали, записывали, готовили. В итоге отсняли материал. Было сложно, но мы справились. Отправили, и нам пришел результат. Насколько я понимаю, конкурс сам проходил в Махачкале, правильно? Да, это был второй этап конкурса. Окружной этап. Окружной, да, региональный. Мы здесь прошли республиканский этап. В городе Черкесск. И наше видео перенаправили в Махачкалу. А какие регионы были представлены? Ну, регионы были почти все субъекты наши. Это и Ставропольский край, и Дагестан, и КЧР, и остальные наши республики. То есть было очень много участников. Массово там было. Валя, скажите, там принимали участие только профессионалы, как вы, или были любительские коллективы? Нет, конечно, там были и профессионалы, и любительские коллективы. Мы были в числе любительских коллективов, самодеятельных. Угу. Над чем сейчас работает «Казачья воля»? Мы сейчас готовимся к конкурсу, к новому, который состоится в Республике Адыгея, в Тульске. Тоже готовимся усиленно. Вот. Так же, как и «Казачья воля», и так же, как и мы, солистки, отдельно будем принимать участие. Ну, как основных солисток такого хорошего ансамбля я не могу отпустить без песни. И хочу попросить, чтобы вы подарили нашим зрителям утреннее настроение, что-нибудь исполнили, пожалуйста. Ой, калина, да ой, малина, в речке талая вода. Расскажи-ка нам, Калина, да как попала ты сюда? Ой, расскажи-ка нам, Калина, да как попала ты сюда? Спасибо вам, девочки, за настроение. Поздравляю вас с участием и победой в этом конкурсе и желаю новых побед. Спасибо вам, творческих успехов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программы русской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. We'll be right back.
1 декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Все лучшее в порядке вещей. В меховом магазине фабрики «Аделина» «Черная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск, Широкая, 117. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатно. Телефон 8-928-787-0381. Инстаграм ворота_умар.